Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников, скульпторов, их автобиографии. Томас Кутюр, французский исторический живописец и педагог, обучал таких выдающихся деятелей искусства, как Эдуард Мане, Анри Фонтен-Латур, Жан Лафарж, Пьер Пью де Шаван, Джон Уорд Дансмор, Карл Яурек, Уильям Моррис Хант, Жозеф Ноэль Сильвест. Данные я беру из переводной Википедии. Родился Кутюр во Франции 21 декабря 1815 года. Когда ему было 11 лет, его семья переехала в Париж, где он учился в школе прикладного искусства. 6 раз проваливал престижный конкурс «Приз де Ром» в школе. Но считал, что проблема была в школе, а не в нем. В 1837 году Кутюр все же выиграл приз. В 1840 году начал выставлять исторические жанровые картины в Парижском салоне, получив несколько медалей за свои работы, в частности за свой шедевр «Римляне в эпоху упад» 1847 года. Вскоре после этого успеха Кутюр открыл независимую мастерскую, чтобы бросить вызов школе изящных искусств, выпуская лучших учеников, художников, историков. Инновационная техника Кутюр привлекла большое внимание, и он получал правительственные и церковные заказы на фрески в период с конца 1840-х по 1850-й год. Один из заказов его вызвал неоднозначную критику. Расстроенный неблагоприятным приемом его фресок, в 1860 году он покинул Париж, на время вернувшись в свой родной город Сан-Алис, где продолжал обучать приезжавших к нему молодых художников. На просьбу издателя написать автобиографию Кутюр как-то ответил: «Биография – это возвышение личности, а личность – бич нашего времени». В 1879 году умер, был похоронен на кладбище Пер-Лашес в Париже. Ну вот так вкратце, данных не очень много, о французском историческом живописце и педагоге Томас Кутюр. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.